Раз. Коллеги, добрый день. Разрешите начать нашу сегодняшнюю дискуссию. Не первый день идет активное обсуждение в рамках урбанистического фора те вызовы, с которыми сталкивается московское образование. И сегодня на пленарном стартовом совещании уже обсуждались достаточно активно вопросы, которые связаны с мотивацией обучающихся, с их результатами. Поэтому в рамках продолжения этой встречи сегодня мы обсудим процессы, связанные с обучением в дифференцированных группах с точки зрения поддержки и продвижения сильных учеников или поддержки слабых. Разрешите мне представить сегодняшних гостей. Я думаю, что многим они известны. Это директора ведущих московских школ, которые в своей практике в рамках реализации основных образовательных программ достаточно эффективно используют подходы, связанные со стратовым обучением, дифференцированным обучением. И сегодня в рамках этой встречи у вас есть уникальная возможность получить этот богатый опыт, который впоследствии вам предстоит использовать на своих образовательных площадках, в образовательных организациях. Итак, наши сегодняшние гости. Белова Анна Викторовна, директор школы 1514. Боков Павел Юрьевич, директор школы 1543. И Кочетков Константин Петрович, директор школы 218. Ну и, коллеги, не случайно, возможно, первый вопрос, который я адресую нашим сегодняшним гостям. Хотелось бы узнать, во-первых, о специфике ваших образовательных организаций в части контингента, то есть то, с какими детьми приходится работать в конкретной образовательной организации. В связи с этим вопрос будет, как продолжение связан со следующим. Кто в вашем понимании сильный ученик и слабый в разрезе вашей образовательной организации? Анна Викторовна, пожалуйста. Ну, у нас большой комплекс, 7 тысяч детей, из них 5 тысяч школьников. И, конечно, контингент детей очень разный. Есть дети сильные, это победители олимпиад, те, кто сдает ЕГЭ на очень высокий балл. И одновременно есть дети, которые с трудом осваивают базу. И задача школы, собственно говоря, сделать учебу интересной, полезной и для тех, и для других. И, собственно говоря, дифференцированное обучение, оно в нашей школе именно на эти цели и работает. Спасибо. Павел Юрьевич. Добрый день. Мы одна из небольших школ Москвы. 800 учеников на два здания. И надо сказать, что, наверное, главной особенностью в итоге оказывается та особенность, что две трети наших старшеклассников, если взять с 9 класса и выше, попадают на региональный этап Всероссийской олимпиады. Это ребята, заинтересованные в высоких академических достижениях, но при этом, как вы услышали, их далеко не большинство. И понятно, что между высокими олимпиадными достижениями и достижениями, скажем, в предметных олимпиадах или в ЕГЭ, есть тоже определенная пропасть. Пропасть, которая стимулирует к тому, чтобы вводить стратовое обучение. Константин Петрович. Но мы, наверное, испытываем такие же проблемы, как и 15-14. У нас есть сильные дети, есть дети, которым трудно дается обучение. И, конечно же, основная задача при работе с этими детьми – это получение ими гарантированной твердой базы оценки 3. Итак, мы немножко познакомились, да, со спецификой контингента, с которой работает та или иная образовательная организация. Понятно, что проблемы, которые существуют в каждой школе, они свои. В связи с этим у меня вопрос. А какие цели
решает педагогический коллектив, когда реализуют вопросы дифференцированного обучения и процесс дифференцированного обучения. Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что дифференцированное обучение каждый из нас с вами реализует в своих школах в том или ином формате. То, что мы делаем профильные классы, наверняка в каждой школе профильные классы есть. Это тоже дифференцированное обучение. Мы с вами делим детей на английском языке на подгруппы, на информатике на подгруппы. Это тоже дает возможность реализовывать дифференцированное обучение. Но здесь это сделать достаточно просто в рамках учебного плана. Это легко ложится, и с финансированием никаких вопросов не возникает. Если же говорить о стратовом обучении, то это, наверное, наиболее сложный в плане организации процесс, чтобы обучить детей, да, и сильных дать им то, что они хотят, и слабых не потерять. И, собственно говоря, цели, ради которых стратовое обучение и применяется в большинстве школ, наверное, да, это приблизиться к индивидуализации обучения. И, конечно, чем меньше группа, тем лучше. Но, опять же, мы с вами все управленцы, мы понимаем, что с финансовой точки зрения, чем меньше группа, тем сложнее нам эту группу финансировать. Поэтому, конечно, лучше как-то собирать детей в более-менее большие группы. И тогда, в зависимости от тех целей, которые ставят школы, которые ставят родители или дети, мы сможем достаточно хорошо это организовать, и с финансовой точки зрения будет понятно, что мы делаем. Вот. Спасибо. Павел Юрьевич. Если обратиться к собственному опыту, то он скорее показывает, что потребность в организации страт связана с наличием родителей, которые по-особенному заинтересованы в образовании своих детей. Но ни для кого не секрет, что всегда, помимо школы, например, старались заниматься иностранными языками, видя за это некое будущее. А сейчас развитие IT-отрасли на тот же ранг иностранных языков ставит математику. И если мы посмотрим на то, какие кружки есть вокруг, не только нами организуемые, то подавляющее большинство кружков окажутся или кружками, и дополнительными занятиями по иностранному языку, или по математике, ну, не включая спорт в эту историю. Так вот, когда школа получает, как классный коллектив, детей, которые разнородны, потому что ходили на разные кружки, потому что по-разному занимались на этих кружках, оказывается проблематичным завести единую работу в классе из 30 человек так, чтобы успевающие не скучали, а отстающие не расстраивались от того, что у них ничего не получается. И разумное деление на страты, понятно, что в пределах одного класса это делать сложно, а в пределах нескольких классов или параллели позволяет выстроить и работу учителя так, чтобы он был интересен каждому ученику, и одновременно дать возможность учителю понимать и чувствовать каждого ученика, и каждому ученику быть чувствуемым учителем и быть заинтересованным в этом самом учебном процессе. Константин Петрович, когда я готовился к сегодняшней встрече и забил в поисковике стратово обучение, дифференциация стратово, то первая школа, которая мне выпала в запросе, это школа 218. Вот вообще цели, которые решает, достигает ваша школа в течение длительного уже периода, поскольку опыт достаточно богатый у вас в школе наработан по этому вопросу, цели они как-то трансформировались? И какая конечная цель на сегодняшний момент вашей образовательной организации, когда речь заходит о дифференцированном обучении в группах? Ну, наверное, цели сильно не трансформировались. Мы трансформируем, да, технологию работы в стратах и принципы, которые закладываем. А изначально, наверное, это единственная была большая задача, которую нужно было решить, это провал мотивации учебной. Мы стратовое обучение применяем, ну, начинали с 6-7 классов, да, сейчас чуть-чуть изменили, но общая идея того, чтобы поддержать мотивацию обучения, удержать
детей, чтобы они, приходя в 8 класс, имели достаточно качественные знания, когда уже голова включается и дети сами готовы учиться хорошо. Вот это, наверное, была такой основной задачей при введении страт. С целями все понятно. Где-то превалируют вопросы качества образования, где-то в приоритете это работа над личностными результатами. Но, несомненно, всем, я думаю, сегодняшним нашим участникам нашей встречи понятно, что для того, чтобы организовать стратовое обучение, это не должно быть неким спонтанным решением и спонтанным процессом, что это целенаправленная, предварительно хорошо разработанная система работы, некий план, некая карта по достижению поставленной цели. В связи с этим у меня вот вопрос будет связан именно с организацией теперь деятельности и работы данных групп. Скажите мне, пожалуйста, вот в чем особенности организации образовательного процесса в стратах и на чем вы основывались, когда распределяли детей по стратам, по группам? Ну, у нас стратовое обучение применяется не во всех классах. Как правило, это старшие классы, 10-11, универсальные, где в одном классе собраны дети, которые траекторию свою видят по-разному. И предметы, которые они планируют сдавать на ЕГЭ, они делают, выбирают разные. И, собственно говоря, вот в 10-11 классах у нас уже несколько лет реализуется, по сути, тот пилотный проект, который в прошлом году был запущен со второго полугодия 11 класса в большинстве школ Москвы. То есть дети выбирают предметы, которые они планируют сдавать на ЕГЭ для поступления. И, собственно говоря, вот страты собираются именно из детей разных классов по тому или иному предмету, где дети будут сдавать этот предмет. А остальные изучают по базе. Есть у нас страты с 8 класса начинаются. Но здесь мы столкнулись в какой-то момент с такой проблемой. У нас есть математические классы, естественно, научные, и есть гуманитарные. И были дети гуманитарных классов, которые шли в классы технические, в математические в том числе, с тем, чтобы поступать на экономические факультеты в последующем. При этом мы понимаем, что для детей, вот именно гуманитариев, обучение в математическом классе очень тяжело. Это, ну, совсем другое восприятие. И мы тогда сделали страты в гуманитарных классах для детей, которые, учась в гуманитарном классе, будут сдавать ЕГЭ по профильной математике, и те, кто не будет сдавать ЕГЭ по профильной математике, будет сдавать базовую математику. И у нас сразу увеличился приток детей в гуманитарные классы. И вот эти страты по математике, мы их собираем из двух гуманитарных классов. У нас как бы получается те же два класса, но они просто расходятся на профильную и на базовую математику. И таким образом дети, обучаясь в гуманитарных классах, получают уровень математики достаточный для того, чтобы реализовать свои планы. И совсем недавно мы решили открыть стратовое обучение в 4 классе. Здесь это вызвано тем, что мы часто очень сталкиваемся с тем, что дети сейчас приходят в начальную школу и не обладают такими общеучебными навыками. Да? Их можно научить там, читать, считать и так далее. Многие из них уже с этим приходят. Но при этом все увеличивается и увеличивается количество детей дислексиков и дисграфиков, например. И когда они приходят в 5 класс, с ними словесником, математиком работать очень сложно. С психологической точки зрения, с педагогической, считается, что это можно скоррелировать в начальной школе, скорректировать немножко. Это там, 2-й, 3-й класс. И мы в страты включаем логопедов, например. Вот в начальной школе мы включаем в страты логопедов. И это дополнительное занятие, и это тоже дает свой результат. И мы в этом году это увидели очень хорошо. И будем
опускаться с четвертых классов ниже, хотим со второго класса это сделать. Но это пока в стадии вот разработки у нас такое. Так что цели в основном связаны с необходимостью дать детям то, что они могут дать лучшее. Павел Юрьевич, у вас какие особенности образовательного процесса в стратовых группах? Ну, одной из особенностей озвучила Анна Викторовна. У нас традиционный гуманитарный класс, традиционный в смысле историко-филологический, но понятно, что на выходе в 10-м, в 11-м классе далеко не все из них хотят стать историками или филологами. Среди них появляются и те, которых условно можно назвать соцэком, когда они будут поступать на экономический факультет, их заинтересовывает сдача профильной математики. Поэтому аналогично, как и в 15-14, в 11-м, иногда даже на 10-й гуманитарный класс спускаем практику разделения класса на две группы для того, чтобы заниматься базовой математикой, те, кто будут историками и филологами, или заниматься профильной математикой. Вторая сторона дела – это та профилизация, которая в школе традиционно 15-43 случается с 8 класса. Четыре направления – математическое, гуманитарное, биологическое и физико-химическое. Подготовка к этому направлению, к выбору направления начинается заранее в 7-м, а иногда в 6-м классе средствами кружков. Но на самом деле опыт показывает, что подготовленные из детей по математике для обучения дальше в этих профилях изначально может быть немножко разный. И поэтому в зависимости от текущей конъюнктуры ребят, которые перед нами есть, и от запросов родителей, либо с 6-го, либо на 6-й и 7-й классы, а их от 4 до 5 в параллели, мы выстраиваем конструкцию, когда уроки математики проходят одновременно во всей параллели либо 6-х, либо 7-х, либо и тех, и тех классов. У этого достаточное количество трудностей, потому что, как правило, учителям математики требуется чуть больше, чем просто учитель на класс, потому что это немножко парализует составление расписания для всей школы, занятые кабинеты, занятые учителя и невозможность какой-то гибкости в составлении расписания. Но и из других известных нам трудностей, это трудность замены урока в такой ситуации, когда учитель заболевает, выбывает, и уже все учителя математики на что-то подписаны и заняты. Это действительно трудности, с которыми мы как-то учимся бороться. Каждый год они по-своему уникальны. Ну, мы используем сначала на уровне середины 5 класса уровневую дифференциацию по трем предметам. Русский, математика, иностранный язык. Деление проходит независимо. И тем самым ребенок, который попал в верхние страты в математику, может оказаться в нижних стратах по русскому, если у него нет соответствующего навыка и темпа работы. Шестой класс, выходим на стратовое обучение. И действительно, это сложная задача с точки зрения расписания, работы учителей. И на уровне седьмых классов, когда дети проработали год по стратовой системе, вертикали и, соответственно, выход на различные направления уже более предпрофильного образования. Коллеги, а какая возможность существует у детей и какими алгоритмами он может пользоваться при переходе из одной группы в страту с одним уровнем в страту другого уровня? Вот как у вас эта возможность перехода организована в ваших образовательных организациях? Ну, если мы говорим про 10-11 класс, я повторюсь, что у нас это приурочено к сдаче ребятами ЕГЭ. То здесь, если ребенок решает в середине 10 класса, что он будет другой ЕГЭ сдавать, он просто переходит в другую группу. Каких-то вот работ мы не проводим. Потому что все равно он ЕГЭ будет сдавать, ему готовиться, и лучше это сделаем мы, чем кто-то на стороне. Если говорить про 8 класс, то здесь переход из группы в группу осуществляется по желанию ребенка и по рекомендации учителя. В 4 классах несколько сложнее. Там мы из группы в группу переводим
только по рекомендации учителя и по работам, которые ребенок должен написать. То есть в каждом случае по-разному осуществляется подход. У нас, когда речь идет о 6-7 классах, ну, фактически установлена условная граница в виде каждой четверти. И понятно, что мы внимательно относимся к просьбам, к намекам, к просьбам родителей и детей, к намекам и рекомендациям учителей для того, чтобы ну, сделать какое-то разумное решение и для ребенка ситуацию учебную сделать более комфортной. То есть фактически рекомендации учителя плюс наличие желания родителей или ребенка, в общем, бывают основанием для перевода из группы в группу. Иногда, к сожалению, приходится подходить к ситуации понижения, как бы, да, в плане академической успешности, понижения уровня группы. Бывают разные ситуации в причинах и предпосылках. Но здесь уже чуть более тонкая работа, объясняющая, что скорее от присутствия в этой учебной группе ребенок больше теряет, чем приобретает там, где ему было бы более комфортно находиться. Ну, при вхождении в систему у нас по результатам первого полугодия происходит деление детей на дифференцированные группы. Оно осуществляется по результатам, я как сказал, итогов первого полугодия с учетом мнения психолога, курирующего параллель. И, соответственно, дальше каждую четверть имеется возможность менять группу при показании определенных академических успехов. То есть если ребенок показывает академический успех в своей группе, он может быть поднят в более высокую. Если, соответственно, результаты показывают неудовлетворительные, он, соответственно, может быть опущен в группу ниже. И когда они полгода в пятом классе так отзанимались, в шестом уже деление на страты происходит более спокойно по итоговым результатам пятого класса, по итоговой работе, да, и, соответственно, опять же, с учетом тех пожеланий, которые есть у детей и их родителей. Коллеги, вы сейчас, когда говорили о концепции своих организационных моделей, не один раз отнеслись к кадровому сопровождению, в том числе педагогическому, психолого-педагогическому. Вот скажите, пожалуйста, опять же, из опыта вашей работы, ваших образовательных педагогических коллективов, какие условия необходимо создать в образовательной организации для того, чтобы эта модель достаточно результативно сработала на тот результат, который вы заложили, к которому вы идете. Кадровые условия, в чем они заключаются, вот на что обратить внимание нашим гостям сегодня, которые бы эти модели могли проецировать на свои площадки. Вот на что им обратить внимание? Ну, здесь надо понимать, что кадров при такой системе должно быть больше. И учителя должны быть разноплановые, потому что ну, ребенок должен найти своего учителя. И не только с точки зрения академических знаний, да, но и, вот, как это, глядя глаза в глаза, понимать, что это вот твой значимый взрослый. И вот такая организация именно стратового обучения, когда перед детьми большое количество педагогов проходит, такую возможность дает. Ну и, конечно, иметь возможность кабинетов размещения стратов, потому что как бы мы ни хотели собирать детей в большие группы, все равно количество кабинетов будет задействовано больше, чем если мы просто классами работаем. И у нас школа переполнена, и иногда это вызывает проблемы, и большие проблемы. Ну, продолжение того, что Анна Викторовна сказала, я бы немножко, может быть, по-другому это расшифровал. Надо, чтобы руководство школы очень хорошо знало тех учителей, которые работают в этих стратах. И чтобы этим учителям были подобраны достойные экологические ниши. Вот ниши те, куда мы их сажаем,
и определяем, с какими детьми им работать. Потому что не секрет, что когда мы говорим, например, о шестом классе, о седьмом классе, это не та же самая история, что о 10 и 11, где взрослый ребенок понимает, что ему нужно. Мы говорим о ребенке, который прикипает к учителю и который идет за учителем. И в этом смысле слова разумное представление о свойствах учителя и подбор руководством школы достойной экологической ниши, во-первых, делает эту работу более продуктивной, во-вторых, позволяет избежать конфликтов и серии «Переведите меня в другую группу, я вот у этой учительницы учиться не хочу, а почему сказать не может». Да? Это отдельная работа и это отдельная настройка коллектива, там, того методического объединения, под кого делаются страты, ну и отдельное понимание руководством школы, как устроен каждый из учителей, работающих в стратах. Ну, конечно же, кадры решают все. И это очень важно, как подобрана команда учителей, работающая в данной параллели, в данных стратах. Но, наверное, здесь нужно сказать о рисках, которые есть при запуске этой системы. Если учителя, из которых вы формируете группы для работы, не готовы работать в командном стиле, если они не готовы, скажем так, взаимодействовать постоянно 24/7, то не будет получаться сформировать переход детей из группы в группу, не будет получаться возможности состыковать работы так, чтобы оценивание, которое происходит, было для детей понятным и прозрачным. И это достаточно большая, сложная работа с точки зрения именно учителей и их временных затрат при работе в стратах. Константин Петрович, вы сейчас затронули достаточно важную тему, тема и проблема бесшовного перехода обучающихся при смене страт с одного уровня на другой. И, конечно, понятно, что для того, чтобы минимизировать риски относительно потенциала ученика, чтобы не было никаких срывов, чтобы было все четко и понятно, все аргументировано, важна системно-методическая работа. Вот в ваших образовательных организациях как эта система методической работы, поддержки выстроена? Опять же, касаясь дифференцированного обучения. Пожелающий, кто желает, пожалуйста, выскажитесь. Ну, надо понимать, что вопрос бесшовности сравнительно просто реализовать, причем как это кажется с первого взгляда, сравнительно просто реализовать при движении вниз, тоже непросто, ну, потому что можно попытаться договориться о некой единой концепции программ, а в разной группе это разные программы, программ, скажем, относительно базовой подготовки. Да? В низовой страте реализуем базовую программу, в страте повыше базовую и углубляем только эту базовую и никуда дальше не двигаемся и так далее. Это плохо работает, потому что ну, не каждая тема, ну, скажем, математики в пятом, шестом, седьмом классе допускает бесконечное углубление. Да? Где-то случается граница возможностей, в том числе на уровне понимания или на уровне предъявления какого-то сложного материала. Поэтому отдельный разговор – это согласование программ и того, как работает методическое объединение учителей математики. Второй сюжет, конечно, оказывается в том, что, давайте себе будем представлять, если раньше до введения страт в условном пятом, шестом, седьмом классе за работу там, в пятом Б за результат по математике отвечал один человек, здесь за результат по математике может отвечать в худшем случае целых пять человек. И, соответственно, их действия должны быть предельно согласованы друг с другом. И для этого традиционные раз в четверть малые педсоветы в школе случаются, где в том числе
отдельное время отводится на обсуждение академических достижений, установление наличия запросов на переходы из группы в группу, ну и какого-то согласованного решения на переход того или иного ребенка из группы в группу с учетом учительского мнения. Это действительно требует определенных трудовых затрат как в организации исходной работы, так и в регулярном подведении вот таких промежуточных итогов по этой работе. Ну, наверное, еще вот помимо того, о чем уже сказали, следует отметить, что трудностью, с которой нужно считаться и доносить, это разность оценки, которая есть. Оценка в низшей страте, оценка в верхней страте имеет разное значение. Ребенок в верхней страте также может получать не пятерку, а, соответственно, это для него будет проблемой. И он должен это понимать, и для родителей это будет проблемой. И ребенок в низшей страте может получить 5, но эта 5 не будет такой, как была в другой страте. И вот на это тоже нужно как бы обращать внимание и работать с этим, и с родителями тоже, и с детьми тоже. И это представляет большую трудность, да, при работе самого учителя. Потому что если учитель не готов к этому, он будет постоянно спрашивать 5 за что. Вот он должен быть к этому психологически готов. Константин Петрович, вы сейчас еще, как говорится, закинули удочку в одну достаточно важную проблему, которую, я думаю, нужно нам осветить, дабы предостеречь наших гостей сегодняшних встречи, участников. Это вопросы оценивания. Вот в чем особенности оценивания обучающихся, которые учатся в стратах? Какая система оценивания у вас выстроена? Вы пользуетесь стандартной 5-бальной системой, возможно, 10-бальной или 100-бальной. Вот что бы вы могли пояснить по вопросу оценивания образовательных результатов, которые демонстрируют ученики из разных страт? Ну, мы пользуемся стандартной 5-бальной системой, но работы для всех стратов у нас всегда готовят учителя, которые будут принимать детей. Например, если ребенок переходит из 7 класса в 8, то административные работы или экзаменационные работы готовят учителя, которые его будут принимать в 8 профильных классах. И, соответственно, они задают планку и оценивание в том числе, и критериев, по которым будет оцениваться та или иная работа. И аналогично при переходе из 9 в 10 класс. Это задается именно профилем, профильными учителями, которые принимают детей. С одной стороны, они видят, какие дети к ним приходят, с другой стороны, они задают планку тем учителям, которые приводят к ним детей. Здесь речь идет и о переходе из начальной школы в основную, и из 7 класса в профильную школу. Поэтому вот критерии задают учителя, которые принимают детей. Тема действительно серьезная, отметка оказывается не тождественной. Это правда. Собственно, поэтому и было сказано, что рекомендации учителя – это важный сюжет при переводе ребенка из группы в группу. Потому что отметка отметкой, а рекомендация о том, насколько самостоятельно ребенок работает, о том, насколько он вовлечен в урок, или, может быть, скучает на уроке, поэтому ему нужно на страту выше подняться. Это такая отдельная история, которая, к сожалению, я думаю, что и 5-бальной шкалой не может быть оценена, и 100-бальной шкалой не может быть оценена. Здесь характеристика сюжета, она оказывается, ну, фактически лучшей отметкой по отношению к тому сюжету, который предлагается. Но мы тоже используем 5-бальную шкалу. Можно рассуждать, хватает ее или не хватает. Это как бы такой вопрос дискуссионный. Вот. А для того, чтобы проходил перевод, да, на более понятных критериях, контрольные работы, которые составляются,
каждая контрольная работа составляется так, чтобы она имела одинаковую часть во всех стратах и, соответственно, имела некоторую вариативную часть, да, которая позволяет отличить страты между собой. Спасибо. Ну и нельзя обойти стороной наших активных достаточно участников образовательного процесса, образовательных отношений. Это родители обучающихся. Вот скажите, пожалуйста, я даже зачитаю вопрос, вам приготовил. Подумайте, пожалуйста, и попытайтесь на него ответить. Какие особенности культуры отношений школы и семьи при таком обучении вы видите? И возможно ли говорить о том, что это предполагает серьезный уровень доверия семьи, детей к вашей школе? Ну, безусловно, доверие важно. И вот затевать такую организацию обучения, если родители не доверяют, у них есть сомнения, невозможно. Поэтому, конечно, когда мы переходим на страты, то собираем обязательно собрание, родителям объясняем, максимально спокойно на все вопросы отвечаем. Если что-то родитель не понял, он может индивидуально подойти к администрации, к учителю. Главное – объяснить родителю, зачем это нужно конкретно для его ребенка. Не в целом для школы, а конкретно для его ребенка, что его ребенок получит в этом случае. И если это сделано, то, как правило, в дальнейшем проблем не возникает при переходе из страта в страту или выборе другого направления обучения. Главное – быть открытыми с родителями. Я бы из опыта общения с родителями в этом месте две такие крайние точки выбрал. Ну, потому что на самом деле они по опыту будут не проблем больше доставлять, но, по крайней мере, задавать больше вопросов, и надо быть готовыми к ответам на эти вопросы. Есть часть родителей, которые считают, что именно их ребенок должен учиться в самой высокой страте. Логика простая, там учат лучше всего, поэтому будет лучший гарантированный результат. Здесь, конечно, тонкая работа и учителя, который в это ввязан, и классного руководителя, и психологической службы, потому что не всегда запросы родителей будут соответствовать, ну, скажем так, уровню комфорта ребенка, и если он окажется в той страте, которая не соответствует его уровню, он просто будет как минимум скучать, а в итоге, может быть, и перестанет что-то разумное делать. Есть и, к сожалению, другой запрос, я его так условно назову, на средний балл аттестата или, может быть, даже плюс-минус на медаль. А давайте-ка мы пойдем на страту пониже, пусть у нас будет 4-5, а может быть и 6-7, мы все равно занимаемся условными репетиторами, у нас все будет хорошо. И это тоже плохая история, потому что по опыту ребенку, которому не надо делать усилия во время уроков, потому что он готов делать больше, а находится в средней для себя среде, помогать что-то приобретать во время уроков практически невозможно. И на самом деле этот ребенок в итоге окажется загруженным после уроков своими же родителями и репетиторами со всеми нехорошими последствиями. И здесь тоже тонкая работа и учителя, и классного руководителя убеждать в том, что выгоднее расти в школе, а не в вечернюю ночную смену, где-то добывать знания, а здесь просто пытаться получить хорошую отметку. Но, с одной стороны, у нас традиции работают, потому что уже многие родители, которые прошли стратовую систему, привели своих детей в школу. И в этом некоторый плюс, когда все знают правила игры и понимают, что зачем идет. С другой стороны, это действительно большая подготовительная работа с родителями. По их ознакомлению с тем, что будет, как будет реализовано. И все это делается в преддверии, да, то есть заранее, когда они четко понимают, на что будет направлен следующий промежуток времени. И дальше, абсолютно верно, вот та самая сложная, тонкая, индивидуальная работа, да, с теми, кто уходит в определенные крайности.
И вот последнюю крайность, о которой говорили, она действительно сейчас становится превалирующей, ну, то есть более заметной. Раньше ее почти не было, а сейчас действительно работа на оценку более важна, чем работа на знания. Любая технология, которую используют как учитель или другой педагог, она неотъемлемо приносит определенный результат. Результат для ребенка, результат для учителя, возможно, результаты для школы. Вот поделитесь теми результатами, которые на сегодняшний день которыми на сегодняшний день вы можете гордиться. Не стесняйтесь, напряглись. Наверное, можно сказать так, что ребенок, обучающийся в каждой страте, получает свой личностный результат. Он хочет этого или не хочет, он борется. Он борется с самим собой, что ему нужно каждый раз показывать определенные достижения и достигать определенного результата. Учитель получает важный личностный рост, если работает в сильной страте. Он вынужден постоянно работать, подбирать материал такой, чтобы детям было интересно. Если он работает с детьми, у которых есть академические проблемы, он должен постоянно находить разные приемы, которые позволят ему заинтересовать их и донести материал. Ну и для школы, наверное, тоже есть положительный вариант, да, в этом, что дети, которые реализуются максимально, да, они, в общем-то, растут сами и растут вместе со школой. Если чуть-чуть конкретизировал бы сюжет реализации страт следующим образом. Мне кажется, какой бы выбор ни делали дети и родители, мы, как экспертное сообщество, должны понимать и помнить, что очень часто этот выбор меняется в середине 11 класса, в том числе в середине 11 класса. И это и для детей эмоциональная нагрузка, и для родителей, и для школы тоже определенного рода переживания. И вот реализация страт на самом деле в том числе в некой перспективе позволяет подвести к такому уровню, назовем это слово, качество образования, когда смена желания ребенка при поступлении в ВУЗ даже в середине 11 класса оказывается практически безболезненной. Ну а если говорить о какой-то конкретике, могу сказать, что в 15.43 победители в Серосе по русскому языку и литературе – это не обязательно ученики гуманитарного класса. Это ученики биологического класса, это ученики математического класса в том числе. Значит, возможность реализации глубины для каждого ребенка плюс-минус индивидуально, она позволяет каждому ребенку расти в свою меру. Я присоединяюсь к каждому сказанному слову, но и хотелось бы, наверное, еще добавить, что не секрет, что зачастую, особенно дети профильных классов, они капсулируются внутри своего коллектива. А такая работа стратовая, форма организации обучения как страты, позволяют ребятам перемешаться внутри параллели. И это повышает их и коммуникативные возможности, и способности в том числе. Они раскрываются по-другому. И дети разных профилей видят своих одноклассников совсем по-другому. И вот это вот общение, оно тоже очень важное. Оно происходит не только по горизонтали, но и по вертикали в том числе. Я, может быть, чуть-чуть упрощу, что Анна Викторовна сказала. Кончаются споры, кто круче. Бывает, разные классы в параллели начинают негласно соревноваться, а кто где реально круче. Вот эти споры на самом деле отнимают уйму времени и силы у детей и настораживают коллектив, и коллектив учительскому и классному руководителю приходится включаться в какую-то отдельную работу. Возможность каждому ребенку видеть своего
однопараллельника с его успехами, неудачами, достижениями, особенностями. Это очень важная вещь, которая немножко иногда, там, где хочется выпрыгнуть вверх, заземляет. Полезное заземление. Я думаю, что у наших участников сегодня есть немаловажные и, возможно, интересные вопросы к нашим спикерам. И прежде чем мы перейдем к вопросам из зала, у меня последний такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, какие учащиеся больше всего нуждаются в стратовом обучении? Сильные или слабые? И те, и другие. Мне кажется, грамотно построенная конструкция страт позволяет абсолютно всем ученикам найти ту свою комфортную, объективно необходимую зону для личного роста. Конечно, это личный рост каждого. Спасибо большое нашим спикерам. Ну и перейдем теперь к вопросам из зала. У нас есть микрофон. Пожалуйста, поднимайте руки. Надеюсь, что есть тот пул вопросов, который может немножко снять недопонимание в вопросах организации стратового обучения. Пожалуйста, задавайте. Вопрос. Повторите еще раз вопрос. Куда, в какой попадает кластер ребенок, который способный, но не мотивированный? Мы сейчас про какую параллель говорим? В целом? Можно сказать, можно и в целом, можно отдельно 10 класс, отдельно 6-7. В 6-7 мы пытаемся найти мотивацию. И на самом деле в 6 классах у нас реализуется такая система. Там мы страты делаем не по предметам, а по направлениям, ну, естественно, научные, математические, гуманитарные. И мы их меняем каждый триместр. Ребенок обязан каждый новый триместр выбирать новый страт в 6-7 классе. И таким образом они пытаются себя найти. Вот если он в 5 классе, там, в начале 6 не определился, что ему интересно, то вот такая, ну, условно, карусель, да, она позволяет ему себя найти. И это сделано сознательно, потому что профилизация у нас начинается с 8 класса, с 7 открываются вертикали, и к этому моменту ребенок должен понимать, чем он хотел бы заниматься. Поэтому вот это административно делается. Он, независимо от того, что он считает себя математиком, он на страт гуманитарный обязательно попадает. То есть в 6 классе? В 6 классе, перед вертикалями? Да, перед вертикалями. Чтобы они к концу года уже понимали, какое им цикловое нужно. Да, чтобы они сознательно к этому шли. А в 10-м? А в 10-м, ну, это общеобразовательный страт, где, ну, они берут базовый учебный план, но при этом наша задача к середине 10 класса их все-таки смотивировать и вывести в тот или иной страт. Как вы их мотивируете? Как вы из личного опыта их мотивируете? Учителями, личностями. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Уважаемые спикеры, позвольте вам задать такой вопрос. Какое количество детей, на ваш взгляд, оптимально для достижения максимальных образовательных результатов? Ну, при ответе я прошу не учитывать управленческую составляющую, то, о чем говорили в начале, финансовую, да, а именно для достижения максимального результата. Спасибо. Ну, наш опыт работы с математикой показывает, что число классов плюс один – это уже конструкция, которая позволяет хорошо успевающими двигаться с их скоростью, и с теми, кому тяжелее что-то дается, тоже работать на таком квази-индивидуальном подходе. При численности исходной класса там 30-33 человека, ну, получается как-то общее количество детей
подуменьшить в расчете на одного учителя и внимание учителя сконцентрировать больше на индивидуальности ученика? Ну вот мы идею плюс один, да, тоже реализуем, но при этом еще вот эту идею плюс один в группе делим примерно так. Верхние страты по 30% от контингента, дальше 25% и 15%. Ну то есть условно, если 100 человек в параллели, да, 30 верхняя страта, вторая страта 30, поскольку это высокомотивированные дети, они готовы работать в быстром темпе. Соответственно, дальше 25 и, соответственно, 15. Ну, у нас это тоже зависит от уровня страта. Как правило, вот самые низкие, самые высокие, они самые малочисленные. Но еще это зависит и от учителя. У меня есть блестящий учитель физики, у которого средний балл на ЕГЭ там 90 баллов, но он не может работать в маленьких группах. Не может и не хочет. Для него вот класс — это минимум. Та минимальная группа, вот 25-30 человек, с которой он готов работать. Меньше он просто не может работать. Он не дает того, что дает в большой группе. Еще, коллеги, ваши вопросы. Левая сторона поактивнее. Пока левая сторона нашего зала думает, у меня возник вот такой вопрос. Я родитель ученика, который категорически против, чтобы мой ребенок был в той или иной страте. Куда вы моего ребенка посадите для того, чтобы он результативно реализовал стандарт? Наверное, все-таки настоятельно рекомендуем в ту страту, которой он соответствует. А дальше тонкая работа с категорически настроенными родителями. Их много бывает, бывает очень много. Но что делать? То есть случаи у вас такие в практике были, когда родитель идет в отказ от ваших подходов к выстраиванию образовательного процесса? Я бы правильнее сформулировал это не так, не в отказ, а в отказ признать то, что школа рекомендует данного человека в данную страту. Категорический отказ от того, что дети из параллели перемешиваются, как правило, ну, на моей памяти не был. А вот то, что моего ребенка недооценили, это такая, в общем, весьма рядовая ситуация. Дальше приходится объяснять, что это не приговор. Срок работы 1/4, показываете свое желание, свое рвение, доказываете свои академические достижения, своими академическими достижениями результаты и переходите в следующую страту. Спасибо. Нет вопросов больше? Вопросов нет. Тогда мы будем завершать сегодняшний разговор по достаточно актуальной проблеме. Я благодарю спикеров, которые нашли возможность сегодня поделиться опытом организации стратового обучения в своих образовательных организациях. Благодарю вас, уважаемые гости, которые нашли время прийти, посетить, побеседовать на столь важный вопрос и важную тему. Желаю вам успеха и продуктивного и результативного нового учебного года. Всем удачи, большое спасибо.